На качели? Да. Елена Гаврилова живет в Юдино больше 7 лет. Раньше хорошей детской площадки здесь не было. Игровой комплекс рядом с домом жители установили своими силами. Со временем он пришел в негодность. Но теперь в местной детворе есть где разгуляться. Теперь у меня Никита сюда приходит встречаться с друзьями, потому что раньше площадка ближайшая была только через железную дорогу, а теперь сюда ходить безопасно, потому что удобно в деревне находится непосредственно, не близко от дороги. И вот сейчас я стою на ней. Я очень рад, что ее открыли. То есть здесь можно прыгать, бегать, где хочешь, поиграть, даже на качельках качаться. Светло и днем, и вечером. Для безопасности малышей установили камеры видеонаблюдения. Пока дети играют, родители могут позаниматься спортом. Дополнительно поставили вот этот тренажер. Для взрослых. Для взрослых, да, просили. Новый детский сад на 360 мест появится в жилом комплексе «Равновесие». Монолитные работы уже выполнили, остекление на завершающей стадии. В дошкольном учреждении будет свой пищеблок, спортивный и актовый залы. Сейчас у нас дети к школе выходят уже полностью подготовленные. Писать, читать, танцевать, лепить, рисовать, в социуме общаться. Это маковый зал, который бывает. До конца этого года детский сад будет полностью готов, а уже в начале 24-го его порог перешагнут первые воспитанники. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».